Обливаться будете сегодня? Не будете, да? Ну ладно. Какая ты красивая, такая зайка, нереальная вообще. Будешь обливаться сегодня? Практическую систему. Нет? А когда подрастешь, будешь обливаться? Молодежи. Молодец. Основная давай цель петушь. Деятельности клуба – это воспитание. Обливаться будешь? Вам. Нет, не будешь? А когда взрослые станешь, будешь? Молодец. Где-то ходит здесь, и вас всех приветствует друг нашего клуба, настоящий хищник с Марса. Ты где, дружище? Хищник, ты где? Хищник, видели такой световой? Где ты? Иди сюда, скажи пару слов всем присутствующим. Настоящий инопланетянин здесь, держи. Ой-ой-ой-ой! Опа! На сцену хочу выйти, пожалуйста, можно? Спасибо большое. Да. Здравствуйте, дорогие мои сладкие. Какие вы все классные, такие позитивные. Хочу поздравить, во-первых, с праздничком всех мужчин. С праздничком. 23 февраля. Днем защитника Отечества вас. Здоровьюшка вам крепчайшего. Улыбок и света. Вот, ну, света в смысле света. Не имя света. Ну, света тоже нормально. Вот там вот стоят вот это вот, да? Обливаться сегодня будут. Кто будет обливаться? Ну-ка, покричите, пожалуйста. А что у вас так много? Ну, я тоже хочу обливаться. Можно? Я боюсь, я не переживу. Нет, мне только кислотой можно. Да. Я же с Марса. В общем, обливайтесь, пожалуйста. Занимайтесь спортом. Улыбайтесь чаще. И самое важное. Обнимайте своих близких. Я вас обнимаю тоже всех. Ценю. И я, короче, засмущался. Все, я пошел. Давай, аплодисменты.